Всем привет! Готовим очень вкусное печенье, кокосовый поцелуйчик. Нам понадобится только белок от 2 яиц. Желток нам не нужен. Добавляем щепотку соли. Взбиваем. Добавляя сахар. Взбивали до растворения сахара. Достаточно. Теперь добавляем кокосовую стружку. Получаем вот такое тесто. Слегка рассыпается. Дно мажем растительным маслом. Форма может быть любой. Можно даже столовой ложкой делать. Вот так. Присыпать на ложке. Вот так. Печем при 180 градусах 15 минут. Печенье очень нежное, вкусное и ароматное.